Go, you make me sign. Okay. Oh, okay. Don't stop, don't stop. Okay, right. Привет, друзья! Мы разобрались наконец-то с камерой. Hello, everyone. Я сейчас скажу по-русски, а потом я скажу по-английски. Later I will tell you everything in English. Окей, друзья, здравствуйте. Я нахожусь сейчас возле места, которое называется The Tip of Borneo, то есть наконечник Борнео. То есть я сейчас нахожусь вот здесь. Вот здесь, вот в этом месте карты. То есть вот этот большой-большой остров, я нахожусь на этом острове под названием Борнео. Борнео. Это третий по величине остров нашей планеты. Я нахожусь на его северо-восточной оконечности. Вот прямо вот тут вот, город Кудат. Now I'm situated at the end, at the tip of one of the biggest island of our planet. It's the third biggest planet, biggest island of our planet. Number three by square island. And now I'm on that top, nearby city Kudat. I have been already in Indonesian part, it's called Kalimantan. I have been already in Brunei, it's another country. And now I'm in Malaysia, in that city, and that point, the city Kudat. То есть я только что сказал, что я уже был в индонезийской части, которая почему-то называется Калимантан, в всех частях Малайзии, здесь штат Саравак, там штат Сабах, и даже в маленьком государстве Бруней. Я там провел один месяц, активно занимался спортом. И сейчас я нахожусь вот там, на самом оконечности этого острова. И здесь специально установлен такой памятник. Can you show the monument, please, Carlos? Show the monument and make a panorama. Сейчас мой друг Карлос покажет вам немножко эти окрестности. Здесь на самом деле очень красиво. Борнео очень-очень изумительный остров в плане пейзажа. И у нас, конечно же, amazing sunset. Yes? Yes. Мы можем сейчас видеть умопомрачительный закат. Как обычно, я выбрался, мои друзья мне помогли. No, only here, I wanna have a look this place. Ну, как обычно, у нас кто-то забрался и портит кадр. Они уйдут, мы потом еще раз делаем. Друзья, у нас садится солнце, и у нас потрясающая красота должна быть сейчас за моей спиной. Now you can see amazing sunset. Еще один мой друг из России, и снимает меня мой друг из Малайзии. Меня зовут Олег Петров, украинский путешественник, который странствует уже третий год по миру и посетил уже 19 стран. Вот как-то так, друзья мои. Впереди еще много интересного, оставайтесь на связи. My name is Oleg Petrov, I'm Ukrainian traveler, who is traveling all around the world third year, almost without any money, and now I have visited 19 countries. Please keep in touch and don't forget to subscribe to the channel, give me a like. And write me only nice comments. Пожалуйста, не забывайте подписаться, поставить лайк и написать какие-нибудь очень хорошие комментарии. Пока не село солнце, что вам еще сказать интересного? Наверное, будем прощаться и до встречи в следующих роликах. Спасибо. See you guys. Thank you. Push.